Так, друзі, я не можу втримати посмішку, тому що ми, як і обіцяли, будемо робити для вас максимально бадьорі та смішні ранкові ефіри. У нас сьогодні стендап-комік Макс Коновал. Привіт. Привіт. Так, я знаю, що ти сам з Білорусі, проживаєш в Києві. Да. І у мене питання. Є стереотип, що коли ти приїжджаєш до Білорусі, в повітрі пахне бульбою. Чи так це? Ні, зараз там більше другим пахне, к сожалению. Вот. Ну, взагалі, стереотипи, да, такі є, як і... ну, наша задача, як стендап-коміків, розрушати ці стереотипи, я думаю. Так, ну а стереотип про вуса? Тоже есть. Это есть, но надеюсь, вот от этого стереотипа мы точно избавимся. Взагалі, у тебе дуже часто гумор на грані, так? Ну, тобто, да. Це той гумор, який певна категорія людей просто може не сприйняти або образитись. Як ти тримаєш цю грань? Як знаєш, де краще пожартувати ось так тонко, гостро, де ні? Ну, все залежить від аудиторії, як вона приймає ті чи інші шутки, поэтому я постепенно прощупываю ее настроение, если вижу, что они готовы к более каким-то открытым темам и более пикантным, назовем их так, то я рассказываю эти шутки. Если я понимаю, что идет какая-то реакция обратная не особо, не то... Не дуже вже добрий погляд такий, да, так, да, да, у тебе. То лучше, наверное, сбавить оборот. Українська аудиторія, які полюбляє жарти? Ой, она любит самые разные. Вообще очень украинский зритель открыт шуткам. Он более открытый, я думаю, чем белорусский зритель, потому что в целом, наверное, нация чуть-чуть эмоциональнее, более открыта всему новому. То поэтому разные темы, как и бытовые какие-то, так и можно что-то социальное затронуть. Так, давай тоді почнемо. Мідії за 45 гривень чи суп з крапиви? Ну от уже мідії за 45 гривень, уже 8 лет как мідії. Раніше, конечно, суп. Слухай, от ти сказав, що ти прощупуєш, так? Тобто ти імпровізуєш? Да нет, просто є же набор тем все равно, і ти розумієш, про що ти хочеш розказувати в даний конкретний вечір, но якщо розумієш, що якась тема не працює, то з легкістю можеш переключитися за счет большого количества матеріалу, який є у тебе в загашниках. Ти його пишеш, чи ти запам'ятовуєш? Ну, взагалі, як ти готуєшся? Як відбувається підготовка до стендапу? Спочатку написання, потім перевірка на каких-то технічних відкритих мікрофонах, де ти розказуєш свої нові материал, свои новые шутки и смотришь реакцию зрителей. Да. И потом уже постепенно обкатывая материал, обтачивая его, дописывая, усмешняя, то рассказывая... Усмешняя, как ты круто звучит. Слушай, скажи, как часто ты импровизуешь? По-разному, потому что, опять-таки, зависит от настроения публики, от конкретной атмосферы, которая царит на вечеринке. Но я вообще не сильный импровизационный комик. Я, как правило, доверяюсь написанному материалу, тому, что я заготовил в домашній лабораторії, так сказати. Ага. Слухай, я просто чого спитав, я думав, що ну, ми з Катєю завжди намагаємося проводити інтерв'ю такі, знаєш, форматні, домашні, коли можна про все жартувати. От мені цікаво, чи можеш ти про нас з Катєю жартувати? Ой, ну поки складно, ми 3 хвилини знайомі. Ми ще не побували у домашній лабораторії, розумієш? От завтра позовіть на інтерв'ю, ох, я пропишу, що так про вас. Я зрозумів. Слухай, ну давай чоловіче питання. Коли знайомишся з дівчатами, часто жартуєш? Ой, у мене я давно безнадежно в отношениях, так что... Ну, когда, конечно, новая компания, то я стараюсь. Ну, не сразу, конечно, сходу. Я Максим, а у вас спина белая. Ну, условно. Найпопулярнейший жарт. Ну, вообще, конечно, когда уже раззнакомился с ребятами с новой компанией, то бывает, что и ставлю шуточку. Добре, тоді не можу також не спитати. Ну, дивись, я одружений, і я зі своєї жінки завжди жартую. От просто маленький привід, і все, і полетіло. Ти зі своєю другою половинку. Як часто жартуєш? Ну, я обычно над ней прямо не шучу, но я запоминаю, потом рассказываю это в стендапе. Ага, тобто це як приклад для стендапу. Ну, да, да. А взагалі усе ти береш з життя? Много, почти все, но только потом я, естественно, как-то гиперболизирую какую-то ситуацию, чтобы ее более сделать смешной. Які жарти, от на яку тему, за твоїми спостереженнями, заходять найкраще? Я думаю, как всегда, это отношения, потому что, как правило, в зале много пар, то есть люди приходят на свидание, на стендап, кто-то вообще там на первое, бывает, свидание пришел. И вот про отношения, про какие-то шутки внутри, ну, вот, внутри пар, да. То есть то, что знакомо каждому, то вот это, как правило, лучше всего. Слухай, уяви, что ты зараз на стендапе, вот мы с Катей будем твоей публикой, расскажи что-то такое, знаешь, самое цікавіше про відносини.
Ой, это сложно. Я пока не готов. У меня, как правило, всегда длинные заходы. Я сначала погружаю, потом это. Вот такие прям коротенькую я пока вам не могу. Ну, мне нравится, что я недавно сделал девушке предложение. Так. Вот я рассказываю про это. И что, как по-разному реагируют ее подружки и мои друзья. Потому что все подружки ее там поздравляют, а мои такие... Ну, у тебя еще есть время передумать. В общем, був пацан і нема пацана. Да-да-да-да-да-да. Тобто вони бояться безнадійно тебе втратити взагалі, так? А, ну добре, там, наступного разу посиділку плануємо без тебе, так? Да-да-да, ну, зачем нам этот жунать? Тимак завжди так говорить, так? Ви ж розумієте, якщо ми підемо десь гуляти, так, то я буду сидіти просто і розмовляти. І більше нічого. Ні, насправді, коли ми йдемо кудись там... Вам воно треба? З дружиною і з нашими друзями разом. І я просто сижу, і мені там, типу, Макс, та пішли там у клуб, все. Я не кажу. Вот поэтому, що мої друзі бояться цього. Так, ну, слухай, будуть у тебе в репертуарі жарти уже, коли одружитесь, про каблуків? Я думаю, да, потому что это нормальный ход вещей, поэтому, я думаю, безусловно, будут. Ну, то есть, конечно, я стараюсь шутить про то, что происходит сейчас в моей жизни. Вот сделал предложение, шучу про это. Я думаю, когда женюсь, появятся новые темы для шуток, в том числе и какие-то элементы подкаблучества. Слухай, у нас зараз тема локдауну, я думаю, дуже буде така, ну, тому що потрібно жартувати над тим, від чого хочеться плакати, правда? Так веселіше жити. Ну, і взагалі мені згадалося от з твого стендапу, так, тема таксистів, так, і таксиста. І мені одразу хочеться сказати, що, друзі, кожен таксист мріє бачити пасажира, з яким буде... Найкраще. Да, да. И которому можно будет выговориться и рассказать, что в такси он временно, а так у него свой бизнес. Две Теслы в гараже стоят. Так, ты так сказал, такого пассажира у меня еще не было. Да, да, да. Ну, у тебя были такие эпичные выпадки? Ой, да, у меня, потому что я достаточно часто пользуюсь такси из-за того, что нет своего автомобиля, то самые разные таксисты попадаются. Иногда думаешь, свят, 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 побыстрее выйти, просто доехать живым. Не было бажания выйти просто на ходу? Да, когда он поворачивает, чуть-чуть сбавляет скорость. Так, це з вашим, я думаю, так все ж таки буде безпечно. Вже також, можливо, калікою буду, але живий. Менше ущерб собі принесу, чим якщо продовжу поїздку цю. Ну, але взагалі ми віримо, що ви круті, ким би ви не працювали, таксистами чи водіями тролейбусів, ви всі круті. Так, слухай, ну про таксистів поговорили. Які професії для тебе ще такі, знаєш, стьобні, веселі? Ой, да разные. Я с кем сталкиваюсь в жизни, то и подмечаю какие-то. То есть, если я сталкиваюсь с таксистами, то шучу про них. Если я попаду в кафе, вот когда я когда-то в кафе отравился мидиями, а мне администратор предложила... Да-да-да, все, возвращаемся к этому случаю. А мне администратор предложила в качестве компенсации прийти к ним в следующий раз, и они бесплатно угостят меня порцией мидий. Я говорю, вы серьезно смеетесь? Ну, то есть, если я вижу какое-то не очень рациональное поведение, с моей точки зрения, то я над этой профессией. Независимо от профессии, я просто буду смеяться над ситуацией, ну и, естественно, упоминать и профессию. Так, скажи мне, как ты относишься до хейту? Это неотъемлемая часть, к счастью или к сожалению. Но хейт — это иногда и неплохо, потому что он мотивирует тебя становиться лучше и доказывать своим хейтерам, что ты не тот, за кого тебя приняли. Яка найбільша образа для стендапера? Наверное, тишина от зрителей, когда ты рассказываешь шутку и никакой реакции не получаешь, даже никаких таких просто... Просто усы так сидят, да, и просто все сидят и смотрят на тебя, и ты думаешь, вот это, наверное, и не шутка. Да, типа, пройшло уже півгодини виступу, и кто-то говорит, а коли жартувати почнешь? Вот, да, так? Да, это, ну, как правило, да, тишина, отсутствие реакции — это худшая реакция. Так. Слухай, а з якими складнощами ти стикався ну, на своєму шляху коміка? Да разные были. Бывало, обижались некоторые люди за шутки, хотя, ну, я всегда стараюсь сгладить этот момент. Я не тот комик, который будет целенаправленно кого-то злить или ну, специально выводить на какие-то негативные эмоции. Просто так складывались обстоятельства. Были пьяные зрители, которые что-то не так поняли, то что-то сами себе додумали. Вот. Ну, один раз я извинялся перед женой зрителя, который обиделся, потому что он сказал, что моей жены... День рождения, ты все испортил. Я не хотел перед ним извиняться, потому что я считал правды на моей стороне. Но поскольку он там ссылался на жену, я подошел к жене, говорю, извините, он говорит, все нормально, это он напился, типа, вообще не бери до головы. Да взагалі у него день рождения. Угостись мидиями лучше.
Слухайте, можливо, цей чоловік взагалі там думає, ага, піду я на його стендап, там він щось скаже, там я ображусь, да, і може... буде на кого весь свій пил, да, розумієте, вилити. Просто пішов ізначально, щоб до коміків. Слухай, ну, давай спробуємо так, в форматі стендапу. Комусь пандемія принесла ковід, а комусь принесла натхнення. Да. От принесла тобі натхнення? Ну, я більше, наверное, спроєцирую на прошлый год, когда была очень большая пауза, когда мы впервые с этим столкнулись. И понятно, у тебя было много времени дома, ты мог посидеть, подумать над новыми шутками. Писал, естественно, все комики писали про карантин, про то, что появилось много свободного времени. Сейчас уже как-то немножечко тема, ну, она, безусловно, актуальна, но уже как много шуток написано на этот счет, за этот год, который вот мы провели в том или иной степени в локдауне, на удаленке, то много шуток там и про удаленки, и про маски, и про зумы. Поэтому сейчас уже эта тема как будто бы немножечко избита, чуть-чуть. Ну, безусловно, если какой-то оригинальный подход к ней найти, то можно и написать шутки на этот счет. А взагалі, от під час локдауну, коли немає виступів, так? Це онлайн-концерти чи як? Онлайн-концерти проходят, но все равно реже, чем, естественно, обычные, потому что все равно формат стендапа, он требует, как правило, живой реакции. Так. Поэтому, да, тебе пишут там комментарии, какие-то смайлы могут посылать, но все равно это немного не то, потому что хочется чувствовать отдачу здесь и сейчас. Но, как бы, есть, да, онлайн-формат, есть онлайн какие-то даже корпоративы, то есть компании все переходят на какие-то такие форматы. И есть, например, мы выступали даже на автокинотеатре, где просто зрители в машине, да, они как бы, разумеется, изолированы друг от друга, а ты выступаешь, они там настроены просто на частоту определенную и слушают. Классно. Комик. Скажи мне, на твою думку, над какими темами не можно жартувати? Сложно. Я думаю, все индивидуально, потому что есть комики, для которых, мне кажется, в принципе нет запретных тем. Для кого-то есть. Ну, то есть я все равно стараюсь не затрагивать тему там войны, тему религии особо не касаюсь. Потому что я знаю, что есть люди, которые очень реагируют сильно. Ну, у них как триггером выступают определенные шутки на определенные темы. Поэтому они могут их как-то задеть. Я не хочу не задевать, в принципе, чувства людей. Поэтому я над этим не шучу. Но опять-таки, это личное дело и выбор каждого комика, потому что я знаю комиков, которые смело шутят на все. Ну так, іноді, знаєш, коли на них дивишся, задаєшся питанням, хлопці, ви ще живі? А, ну тоді добре. Ну, от да. Мені просто цікаво, стендапери взагалі, вони вкладають враження таких людей, які виходять на публіку, вони не бояться нічого сказати, так, вони розкуті максимально. У тебе завжди так було? Нет, конечно, это все опыт, который, потому что если я вспомню свои там первые разы на сцене, вот я боялся, ой, это было очень страшно, я весь, меня всего сушило горло, я что-то истекал потом, потому что, ну, все равно это публичное выступление, это непросто. До речи, перший цей виступ классно пройшов? Первый, кстати, прошел хорошо, может, поэтому я и здесь и задержался так надолго, потому что я не знаю, я знаю людей, которые отвратительно выступили первый раз, но наоборот, это было для них стимулом, и они продолжали, и сейчас здорово выступают. Но у меня первый раз прошел неплохо, поэтому я такой, о, так это можно тогда продолжать. Это дало небо поштовхи вирус себе, так? Ну да, да, оно как бы придало уверенности, потому что, естественно, ты первый раз очень волнуешься и не знаешь вообще, что это будет, потому что впервые пробуешь это. А потом, когда чуть-чуть знакомишься, что, ага, это неплохо, то уже более раскрепощенный на сцене. Слухай, от мені просто цікаво, коли люди йдуть на виступи стендап-коміків, я просто жодного разу не ходила. Можливо, там пробіл нужно. Так, можливо, там при вході якось перевіряють сумки, щоб не було з собою гострих приметів, помідорів, ну, щоб вас якось убезпечити. Макс, ні, немає такого. Не було з собою. Ну, правда, ні. Ну, тому що, ну, правда, ти ж можеш щось сказати, таке, хто щось кине у тебе. Так, понятно, що не застраховано, но все равно всі надіються на адекватних зрителей. І, як правило, даже самые п'яні, вони, звісно, можуть щось выкрикивать или там как-то вот орать не смешно, когда начнутся шутки. Но до рукоприкладства на моей памяти доходило, наверное, один раз, и то это быстренько все закончилось. То есть все равно зритель понимает, и он, как правило, не один этот человек ненормальный. Ну, да. То есть его там или отдернет жена, девушка, скажет, Валера, что ты делаешь? Не позорь меня, Валера. Ненормальный поодинці не ходит. Да. Слухай, расскажи про наибольш курьезные выпадки. Ой, не знаю, так сразу и не вспомню. Были смешные случаи, когда
у меня там, например, вырубался просто звук, и, а это был корпоратив, и, а люди сидели такие, так, и я такой, а что я сделаю, микрофон нет, а зал большой, поэтому я что-то там пытался танцевать. Знаете, как-то все равно пытаешься заполнить эту паузу, и она еще длительная, и ты уже не знаешь, там ведущие мне пришли напомнить, что-то втроем там танцевать. Ну, то есть все равно я так сразу не могу сказать про какой-то конкретный случай, но бывает, и бывает, когда там... над другим комиком ты смеешься, потому что он... Это самое смешное для меня, когда твой коллега, твой друг, как правило, потому что хорошо общаетесь все равно в тусовке все вместе, когда он как-то лажает, грубо говоря, на сцене, и ты думаешь, ой, это самый сахар, потому что это не ты. Добре, що не я, слухайте. Слухай, ну, мені здається, я зараз, знаєш, на такій тоненькій грані хожу, проте я не можу не спитати. Дивись, якби тобі виплатили твій гонорар концертний мішками з бульбою, твоя реакція. Я бы ничего, ничего пригодится. Во время карантина все пригодится. Лучше это, чем ничего. Ну, на бульбі можна все ж таки прожити якось, так, а ще й мішками, ну, взагалі. Ну, да. Це рік життя, слухайте, їсти буде що. Тим более, зараз все по домам. Ну, в Макдональдс можна здати. На фріти, де. Так, до речі, ну, а яка в тебе улюблена їжа? Зрозуміли, що міді вже не потрібно. Любима їда, нічого себе. Ну, опять-таки, мені подобаються дуже білоруські драники, які чорні. Да. І я їх часто, в принципі, навіть готовлю, коли я хочу вспомнити, що я білорус. То мы делаем иногда белорусский вечер, готовим какие-то белорусские блюда, в том числе вот есть еще бабка такая картофельная, тоже не знаю. Есть она в Україні? Слухай, я, чесно кажучи, не знаю, проте знаю, що деруни в Україні теж досить популярна така страва. Да. Скажи мені, між білоруськими та українськими є якась різниця? Да нет, они, в принципе, все из картошки, поэтому, в принципе, похоже. А что ты думал, там будет? Ну, мне знаете, ну, просто, знаешь, рецепты є різні. Вот мне просто цікаво, что ты себе там уявляешь? Что может в Беларуси покласти в деруни? Да. Обрізати з кого вуса? Нет, на самом деле, да, очень схоже. Так, все, припиняємо, припиняємо, тому що ми ще не на стендапі. Ну, взагалі, ти розумієш, просто енергетика, правда? Я просто ловлю себе на думці, що люди, які з гострим гумором, у них енергетика. От ти ніби і не жартуєш, так, але все одно смішно. Ну, тому це якісь такі... Катя, він одружений, якщо що. Та я розумію, що він одружений. Я ж кажу, що... Ну, ще то, ні, ще тому, ні. Ага, да. У мене є ще ну, добре, тоді... Добре, тоді продовжую. Я просто розумію, що сміх – це якась енергія така. Правда? Ну, наверное. Ну, опять-таки, теж все зависить від чоловіка, тому що є коміки, які більш спокійні в житті, і вони спокійні на сцені, тобто такой спокойной, без актерской игры какой-то подачи. Да. Но за счет того, что у них смешные шутки, они вот именно берут материалом. Есть комики, которые более игровые. Я не могу сказать, что я там какой-то хороший актер, да. И так далее. Но да, ну просто опять-таки все зависит от человека. Ты на сцене должен быть тем, кем ты являешься в жизни. Если ты в жизни очень спокойный такой меланхоличный человек, будет странно, если ты на сцене «эй, эй, эй». Да. И наоборот, если ты в жизни активный, подвижный, такой холерик или кто, то будет странно, если ты на сцене будешь сидеть там что-то. Але... Ну, вот такой вот случай. Коли я згадую танок Богомола, я б не сказала, що ти дуже спокійний на сцені. Класно, подивіться. Так, до речі, а чого самці Богомола оптимісти? Потому что они знают, и вот это я, да, рассказываю в стендапе. Ну, раньше рассказывал, сейчас я как-то уже подзабыл эту шутку. Но что они... Я смотрел документалку про них, потому что нечего было делать. И оказалось, что они знают и предстоящую участь, что после спаривания самка откусит им голову. И вот я, да, предполагал, что они самые большие оптимисты в мире, потому что они, зная, что им предстоит после окончания спаривания, все равно такие, ах, рискнем. Гулять, гулять. Была, не была. Ну, это все так, чоловіки, я думаю. Ну, и ты зараз на таком этапе, правда? Рискнем. Да, да, да. А там будь что будет. Так, расскажи про планы на майбутнє. Планы зависят очень сильно от карантинных ограничений. Вот, поскольку сейчас концертов и всех массовых мероприятий нет, то мы в ожидании, когда вернутся, мы надеемся на лучшее. И пока у нас запланировано в конце мая вечеринки Comedy Space 21-28 мая. Но опять-таки все будет зависеть от карантинных ограничений. Если они
снимутся раньше, то, может, мы поставим раньше концерта. Mm-hmm. Если все-таки это и продлится аж до лета или позже, то передвинем концерты на летний сезон. Mm-hmm. От так от, Катя, ми з тобою підемо. Ну. Обов'язково, я вже запланувала все. Вживую це все одно по-другому, ніж через екран ноутбука. Так, я знаю, що ти підготував для наших глядачів сюрприз маленький. Да? Ні? Анонс концерту – це і є сюрприз, слухай. Да? Реально, анонс концерту – це і є сюрприз. Ми надихаємо вас на те, щоб пережити цей локдаун і вже потім піди і вживу почути оці жарти і взагалі отримати масу. Ну, це замість, можливо, вам таблеток, які підвищують імунітет. Звісно, світ продлевають життя. Поэтому... Обов'язково, обов'язково прийдіть і насолодіться. Так. Так, друзі, ми теж підемо. Ми будемо всі гуртом там жартувати. Ні, ну а що? А чому ні? Why not? Ти вибіжиш на сцену, скажеш, іди звідси, я буду жартувати, так? Ні. Я буду там десь, знаєш, в службі підтримки. Чірлідером. До речі, бувало таке? Ти погано жартуєш, я краще, і так тебе зі сцени виштовхували. Ні, бувало таке, опять-таки, ну, не во время моего выступления, но на вечеринках, на которых я выступал, бывало, что зрители выкрикивали, и комик предлагал ему, ну, хоть подними. Ага, классный хит, до речи. Попробуй, так. Думаешь, это так легко? Выходили? Нет, не выходили, потому что сразу, да, когда сразу ты так ступор, ага, безымянный ты... зритель, да, из места, тебе кажется, ты такой смешной, а когда ты выходишь на сцену, и все... зрителі взгляди устремлені на тебе, то там очень легко потерятися. Отож, думайте, що говорите. Якщо вже назвали стендапером, так, то будьте вже ним, щоб не облажатися зайвий раз. Так, у нас у гостях був Максим Коновал, стендап-комік. Стоп, не вимикайтеся. Ми тут для того, аби нагадати вам, що потрібно підписатися на YouTube-канал «Правда тут лайв», аби бачити такі відео частіше. Ну і щоб нічого не пропустити з найактуальнішого, вмикаємо дзвіночок. Ha 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 ha